летал через офшор. О, Русь моя, куда плетешься, перекусивши путила? Ты зря надеешься и рвешься, поникли гордые крыла. И разморившись на диване, плюя от скуки в потолок, ты веришь, что заря настанет, пророк явится на порог. Он все починит, все исправит, раздаст всем сестрам по серьгам, по полкам все горшки расставит и вставит в задницу врагам. По шерсти он народ погладит и новой верой вдохновит. Он всех воров в тюрьму посадит и все сомнения истребит. И тут же нас обучит, братцы, по чину, братцы, по чести жить, летать, плавать, с гор спускаться, судить, рядить, мочить, сушить, судить, рядить, мочить, сушить. От этой доли благодарно не отвертеться, не слинять. Права на труд и подвиг ратный никто не в силах отменять. Но тут послышалось с дивана: не трожь мечту, не рушь покой, мечте стать явью слишком рано, пускай останется мечтой. И Русь вздохнула, поперхнувшись очередным своим говном, и с бока на бок повернувшись, опять уснула вечным сном. Не трожьте спящего Ивана, кому мешает, что он спит, а то поднимется с дивана и чёрт.